Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Артур Рус. В этом видео мы поговорим о том, как заработать в интернете без вложения денег. И акцент в этом видео я сделал именно на то, чтобы обучение было максимально простым по тому, как заработать деньги в 2016 году. И чтобы деньги были действительно серьезные, а данный метод был довольно-таки простой, чтобы его мог воплотить каждый. Итак, первый этап, откуда берутся деньги вообще в принципе. Ну, на самом деле, друзья, вы просто выбираете любую партнерку, которая будет вам платить за то, что вы помогли совершить им продажу. А как это сделать очень легко, я сейчас расскажу немножко далее. Но для начала давайте подумаем, какую же партнерку в принципе лучше всего выбрать. На самом деле, я на сегодняшний день считаю, что лучшая в мире партнерка — это EPN AliExpress. Есть множество плюсов, почему я выбрал именно ее. Но, во-первых, именно эта партнерка всегда выплачивает деньги, в отличие от многих других. А то вы можете проработать и вам еще не заплатят. Во-вторых, эта партнерка очень удобная и очень легкая. Но вообще, в принципе, не об этом сейчас видео, поэтому если вы хотите узнать подробнее о EPN AliExpress, то на экране сейчас появилась картинка, просто пройдите по ней и посмотрите данное видео, а мы продолжаем. В общем, вы выбрали любую партнерку, которую будете распространять в интернете. В этом видео я научу вас, как распространять партнерку именно в YouTube, очень легко и просто. Итак, 4 простых шага. Первое, мы выбрали партнерку. Второе, мы создаем партнерскую ссылку, или мы выбрали какой-то либо сервис и там уже есть созданная партнерская ссылка. Третье, теперь нам нужно распространять эту ссылку. И четвертое, кто-то проходит по этой ссылке и покупает что-либо. Возможно, это товар, возможно, это услуга, я не знаю, какую вы партнерку выберете. Но это не важно. А теперь, дорогие друзья, вопрос, что продает лучше всего на сегодняшний день? И правильный ответ, друзья, это, конечно же, на сегодняшний день лучше всего продает видео. Поэтому видеореклама самая дорогая, и она лучше всего делает продажи. Но не переживайте, дорогие друзья, вам не нужно делать видеороликов. Итак, мы зашли с вами на сервис Яндекс.Вордстат. Данный сервис абсолютно бесплатный. Для того, чтобы его найти, введите просто в Яндексе русскими словами Яндекс.Вордстат. Поверьте, не ошибетесь, найдете. Теперь в поисковой строке мы вбиваем ключи. Итак, смотрим. Ну, на самом деле запросов очень много интересных, дорогие друзья. Но мне интересен запрос «купить копии часов». На самом деле вы можете выбрать любой запрос. Можете вообще ввести «купить платье», например. Именно поэтому я и выбрал партнерку EPN AliExpress. То есть AliExpress — это сайт, который занимает 9 место в мире по посещаемости. Это очень крупный сайт. На данном сайте каждый час проходит сделок более чем на 2 миллиона долларов, дорогие друзья. И там продаются разные товары. Вы берете любой товар, сокращаете там ссылку и распространяете ее. Человек проходит по вашей ссылке, покупает товар на Алиэкспрессе, а деньги идут, дорогие друзья, вам. Ну, процент соответственно. Но для того, чтобы понять, как это все вообще в принципе работает именно на EPN Алиэкспрессе, если вас заинтересовала именно эта партнерка, то просто пройдите по картинке, которая сейчас появилась на экране. А мы на это отвлекаться больше не будем. Итак, я нажимаю на купить копии часов. И теперь видим множество различных запросов, которые связаны с запросом купить копии часов. Но почему я ввел именно копии часов? Ну потому что сайт AliExpress — это сайт китайских товаров. И естественно там нету оригиналов, там копии часов. И то есть мне нужен уже человек, который целенаправленно уже хочет купить копию часов. Теперь мне нужно всего лишь, чтобы он нашел мое видео, где будет обзор. Ну например, смотрите. Купить часы G-Shock копия. Довольно-таки знаменитые часы. Мы видим, что ежемесячно данный запрос ищут 585 человек. В среднем по статистике обычно покупает 10%. То есть значит примерно по данному запросу будет 58 клиентов. Если все запросы будут ваши. Конечно же, мы не можем рассчитывать на то, что мы возьмем и прямо сразу станем номер первыми именно по этому запросу и будем ежемесячно получать все 585 запросов. Но зато, дорогие друзья, мы можем взять одно классное видео в YouTube, можем даже в принципе взять чужое,
можем взять по лицензии Creative Commons, можем нет. Можем размножить данное видео хоть в 1000 раз. Есть специально для этого сервисы. Вы можете, дорогие друзья, если хотите абсолютно бесплатно искать данные сервисы сами, либо если вы являетесь моим партнером EPN AliExpress, то вы можете приобрести данную программу у меня. Я очень долго искал именно эту программу. В интернете на американском сайте она продается почти за $50. Я же ее продам своим партнерам EPN AliExpress за $7. Либо еще раз говорю, если у вас нет возможности покупать такую программу, то ищите сами в интернете аналоги. То есть вы ее купили один раз, и она помогает вам размножить видео. Что это дает, дорогие друзья? Вы взяли один видеоролик, например, про часы G-Shock. Вот давайте мы сейчас зайдем в этот запрос. И вот мы видим, дорогие друзья, слева 13 запросов, и справа, дорогие друзья, еще 20 запросов. То есть итого более 30 запросов. Вы берете в YouTube один любой видеоролик. Как его найти и скачать, я сейчас вам покажу. После этого создаете себе YouTube канал. Если, дорогие друзья, не знаете, как создать себе YouTube канал, то я специально для вас записал пару видеороликов. Вплоть начиная там с самых первых шагов, как зарегистрировать аккаунт в Google, как на него зарегистрировать YouTube канал. В общем, картинка сейчас на экране, проходите по ней. И вы попадете в плейлист, где специально для вас будут видеоуроки о YouTube, как создать канал и как вообще в нем разобраться, где я рассказываю про каждую кнопочку, что куда нажать, что нужно, что не нужно. И один ролик с помощью данной моей программы или находите сами какую-либо программу, если хотите абсолютно бесплатно, без вообще вложений. Размножайте данное видео 30 раз и в каждой копии видео используйте в название по одному ключу. То есть у вас один видеоролик, но он будет собирать потенциальных клиентов с каждого запроса. То есть вы просто берете ключевой запрос и когда загружаете ролик к себе на YouTube канал, то название видеоролика делайте точь-в-точь как запрос. Также в описании продублируйте еще раз ключевые слова. Но естественно в описании укажите свою ссылку. И в тегах вы также продублируйте ключевые слова. И таким образом вы от каждого запроса отщипнете свой кусочек. И в итоге у вас будут хорошие заработки. Но это только один запрос, друзья. А таких запросов в Яндексе, в Wordstat миллионы, дорогие друзья. Да их просто очень-очень много. По одним только часам можно найти сотни тысяч запросов, дорогие друзья. А есть еще куча других товаров. Куча различных платьев, купальников, я не знаю, детских товаров, игрушек. Куча-куча всего разного. А теперь давайте разберемся, как скачивать видеоролик с YouTube. Итак, мы зашли на YouTube, ввели в поиске купить часы G-Shock копия. Ну потому что такой был запрос. После этого вы выбираете любой видеоролик. И когда вы пройдете по какому-то видеоролику, то в адресной строке, дорогие друзья, введите перед самим видеороликом две буквы S. Либо можно сделать по-другому. Можете просто зайти на сайт savefromnet. Сюда просто копируйте ссылку того видео, которое вы хотите скачать, и скачивайте его благодаря данному сервису абсолютно бесплатно. Теперь, дорогие друзья, почему нужна обязательно программа, которая будет из одного видеоролика позволять делать 100 видеороликов или 1000? Потому что, дорогие друзья, YouTube не позволяет одно видео загружать на свой канал более одного раза. Но специально для вас сегодня на своем канале я загрузил 4 видеоролика, на них разные картинки, на них разные названия. Но, дорогие друзья, обратите внимание, 14 минут 18 секунд, везде по 14 минут 18 секунд, потому что это один видеоролик. Но я его размножил за секунду, еще за пару минут загрузил эти ролики на свой YouTube канал. И вот уже за сегодня, за пару только часов, дорогие друзья, я набрал еще 3 с лишним сотни просмотров. Хотя я просто взял и скопировал видеоролик. Конечно же моим подписчикам это не понравилось. И даже кто-то отписался. Но на самом деле они не понимают, что я же для них стараюсь. То есть я хотел просто показать им живой пример. Да, кстати, если вы станете моим подписчиком или уже являетесь таковыми, то не удивляйтесь.
Дорогие друзья, периодически у меня будут попадаться такие видеоролики, которые будут дублироваться. Все это ради вас. Я их специально экспериментирую, специально вывожу новые рабочие техники по заработку денег для вас, с которыми я потом с вами делюсь. Если вы не хотите смотреть данные видеоролики, то помните, что на моем канале видеоролики выходят каждый день, но в 19:00 по московскому времени. Все остальные же ролики это просто дубли или какие-то либо еще ролики, которые можно не смотреть. Но основной ролик выходит в 19:00. Также каждый день ролик предложен на главной странице в качестве рекомендованного ролика. Ну и плюс у меня есть еще группа ВКонтакте. Там также я дублирую все видеоролики. Берете партнерку, берете эту ссылку, распространяем мы ее с помощью YouTube, скачиваем любой видеоролик, делаем из этого видеоролика, скажем, 100 копий или 300 копий, неважно. Заходим на Яндекс Wordstat, выбираем каждому видеоролику ключевые слова, после загружаем эти видеоролики на свой YouTube канал и на каждом видеоролике собираем просмотры и соответственно получаем деньги. Ну а теперь, друзья, я бы хотел с вами поговорить о том, что вы должны понимать, что скачать ролик с YouTube, ну делов-то 3 минут. Сделать из одного ролика еще 500 копий, делов еще пару минут. Загрузить все эти 500 роликов на свой YouTube канал, ну дело еще максимум 2 часов. И вы должны понимать, что нужно приложить усилия. И данный метод, естественно, не принесет вам сразу 100 или 50 там, тысяч рублей, да, или даже 30. Он начнет постепенно приносить вам сначала какие-то центы, потом пару баксов, потом пару десятков баксов, потом пару сотен, а вот потом уже и пару тысяч долларов. Плюс, соответственно, друзья, если вы хотите сразу зарабатывать больше, то заведите просто не один YouTube канал, а несколько. Расширяйте свою аудиторию за счет того, что у вас большое количество видеороликов и за счет того, что у вас несколько YouTube каналов. Вот так вот просто, дорогие друзья, вы можете зарабатывать хорошие деньги без каких-либо вложений. По поводу программы, про которую я рассказывал. В интернете на американском сайте она продается там за то ли 50 долларов, то ли дороже. У меня же ее вы можете купить за 7 долларов, если только вы мой партнер EPN AliExpress. Если вы таким не являетесь, то программу я вам не продам. Либо если вы хотите совсем без вложений, то берите интернет и ищите какую-то программу, которая вам позволит дублировать эти ролики самим. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами был Артур Роуз. На моем канале видеоролики выходят каждый день в 19:00 по Москве. Я рассказываю про бизнес, про заработок, о том, как раскрутиться в YouTube и других в социальных сетях. А также делаю много разного полезного и интересного контента. Помните, друзья, что любой может стать любым. Самое главное знать как. Ключ ко всему – это информация. А на этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео уроке. Пока-пока.